И всем привет, ребята, с вами я, Ready Play. Сегодня я буду прокачать аккаунт подписчику. Я ему донатил вот немного алмазы, и мы будем этого использовать, потратить. А вот заходим в прокачанный магазин и купим вот эту сумочку. Сумку, да. Мне эти список не нужны. Эта борода тоже не нужна. Вот. Давайте покупаем вот так. Подтвердить. И подтвердить. И вот. Опять крутим процент. Сколько же выпадет? Вот 9 выпал. Отсюда тоже нам ничего не надо. Мы просто будем покупать эту эмоцию. Давайте мы этого сделаем. Вот так подтвердить. И у нас третья открылась. Вот, крутим. Вот, 95%. Да. А, смотрите, ребята, 20. За 20 алмазы. Пропуск. Это вообще бомбовая скидка. Можно еще робо за 34 алмаза. Такие дела. Давайте мы посмотрим, сколько у него медалей. Ну, у него много медалей. Скорее всего, мы купим эту пропуск, потому что в нем эмоти, таски, фоны, все есть. Мы можем еще купить робо, но не он нам не нужен. Вот. Давайте теперь выходим и покупаем эту пропуск. Сейчас еще посмотрю. Камни, да. Это такая вот бокс. Давайте выходим, давайте. Прокачанный магазин, где вот там. Вот. Сейчас. Загрузится. Вот, зашло. Давайте покупаем эту элитный пропуск. Вау, мы уже купили. Как здорово. Вот, нажимаем ОК. Все, я фотографирую, чтобы залить в видео другой. Чтобы вы верили. Это никакой не монтаж. Это просто прокачка аккаунта. Вот, смотрите, какие медали забрать. Все нажимаем. Вот, да, поздравляю, и у нас бита. И вот такой классненький набор, то есть набор скин, вот фоны, и поздравляем. Вот это да, набор, опять поздравляем. Доска, крутая доска, прикольная. Так, эмоция, какая красная эмоция. И вот. Надеюсь, опять поздравляю. А, лутбокс. Опять? Что там? А, доска. Вот. Теперь посмотрим. Все, ничего не... Еще. Зайдем опять в прокачанный магазин. Давайте купим... купоны, да, купоны. Купоны. Третий нажимаем, третий. Вот. О, 6 алмаза. Вот это лутбокс за 3 алмаза. Давайте эту купим. Лутбокс. Вот. Это тоже купим. Вот. Подведить. И лутбокс. Вот. Классный лутбокс за 3 алмаза. Это вообще бесплатно почти. И оружейный или
алмазные. Давайте оружие в алмазном набор на девушку. Нам надо за набор на парня. Вот, купили. Все, нам ничего не надо там. На элитный прокси. Вот, эмоция классная. Заходим, вот фон. Крутая фон. Аватар, он вверху. Да, вот это. Лутбоксы. Классные лутбоксы. Прикольно. И рюкзаки. У меня не загружено, а он сам загружен. Такие доскоты это наденем. Еще бита, да? Вот бита. У него, кстати, титан есть. Давайте пишите свои ID в комментариях. Я выберу вас. Теперь заходим на коллекции эмоций. Вот, наденем эту. И это тоже крутая. И транспорт. Такая прикольная машина. Вообще классная. Видите, все, выходим. Ходим чекпоты. И у нас что-то. Открываем. И не выходим. Что же я опять? Да что ж такое, Гарина? Давай хотя бы эту выбьем. Не выбил он. Еще. Вот. Опять не выбили. Что ж такое? Давайте, а где мои купоны? Я же вроде бы его купил 3. Заходи-то быстрее. Вот. Вот я купил его. Наверное, вот этот набор надо купить. Нет, вроде бы. Давайте выходим. Посмотрим опять. Снова. Если нету, я пожалуюсь на Гарену. А, вот. Не... Что-то оно у меня-то не было сперва. Вот, всё. Вот, давайте сейчас. О, да, чертёж! Спасибо, Гарена. Первая попытка уже. Чертёж, давайте ещё. Теперь посмотрим. Камень. Нет, нет, камень. Нет. Опять камень. Камень, нет! Что же такое? Ладно, он сам выбит камень. Вот. Вот. Опять. Не выбил. Что же такое? Блок арена. Ну, он выполнил. Ну, не навсегда. Вот. Опять крутим. Выпало, ну что, да. Золотой джекпот, заходим. Нету, да, там. Всё. Золотой джекпот, посмотрим. Так, куплено. Всё, выходим. Ханта Мрека. Вот, классные эмоции есть у него теперь. Ханта Мрека. Заходим в склад. У меня же были лутбоксы. Давайте его откроем, лутбокса. По 3 лутбокса. По одному. Так, по одному. Не выпало. Все же не будет уже выпадать, потому что мы уже выбили чертежа. Уже Карена нас узнал. Нас узнал. Вот. Открываем. Опять открываем. Вот, выпало. И штаны.
карты, расходники, вот наш чертеж, и открываем эту набор. Вот. Зря это за девушки. Был бы за пацана, мы бы носили его. Это пусть постоит. Ханта Мрека. Вот с вами был Влад.